Главный тренер Фиорентины Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги конференций против Вест Хэма. «Мы прошли долгий путь, начиная с плей-офф против Твенте и финала в Праге. Выйти в два финала за один сезон невероятно. Первый финал закончился для нас плохо. Но мы выступили более чем достойно. В матче с Вест Хэмом у нас будет отличный настрой. Мы гордимся тем, что сражаемся за этот трофей. Честно говоря, я не думал, что мы доберемся до финала Лиги конференций. Мы старались не поддаваться влиянию чужих болельщиков в гостевых матчах, а также демонстрировать характер. Эти навыки понадобятся нам в финале. У нас есть все, что нужно, чтобы создать проблемы для Вест Хэма. Но в таких ситуациях всегда нужно немного удачи. Это были мои первые европейские соревнования в качестве тренера. И я тоже чувствую себя более зрелым. Не могу дождаться стартового свистка. У Вест Хэма рослые и физически сильные игроки. Поэтому стандартные положения могут сыграть определяющую роль в этом матче. Мы проиграли финал Кубка Италии, но сейчас настроены взять более престижный трофей в Праге. Это очень важно для нас, но, возможно, даже более важно для города и наших болельщиков. Давайте будем честными. Чтобы играть в Европе, команде нужно показывать европейский уровень, как на поле, так и за его пределами. Люди привыкли к тому, что уровень конкуренции в итальянском футболе очень высок. Были пару лет, когда он немного снизился, но все равно оставался высоким. Теперь у нас три клуба играют в финалах трех Еврокубках. Рома проиграла, мы и Интер еще не сыграли. Думаю, итальянский футбол в целом может быть доволен. Друзья, напишите в комментариях, кто выиграет в этом матче. Лайк и подписка.